Зачем вы сюда забрались, великий вопрос? Рыбы нету, экстрима нет. Теперь точно будем знать, что сюда, в эту речку, ездить не надо. Ну или по весне сюда надо ехать. На вертолете. Немецкий друг кого-то зацепил. Я вам скажу серьезно, скорее всего, это венок. Да, Юрий? Угу. Похоже на венка, нет? Очень сильно. Ой ты, Юр, дай молодец вообще. Ай да, Юрка, ай да молодец. Только не надо вот на аппаратуру ложить.
когда захочешь, можно. Блинок в шоке, да? Юра еще не колебал и дома. Давай, где там? В Кантом. Как ты его держишь, я думаю. Орел. Орел-то хороший, да? Тихо, родной. Вон тебя вытащить надо. Не тори губу. Я сейчас вот оторю чуть-чуть. Боец. Блядь, ну это здорово, да? Вот. Грамм 800, наверное, да? Да. Грамм 800. Все, отпускаем. Да ну и все. А, такой нельзя отпускать? Это же трофейный. Ребята, извините, нынче мы без рыбы, так что это кушать хотим. Кажется, плохой. Друзья. Итак, Таймин, привет.
Джейган Хем. Он у нас не русский, вы на него внимания не обращайте. Юра. Красотища. Все ради зрителей канала Jet Extreme. Юра, куда поднимаемся? Там говорят, космодром. Космодром. А проще говоря, водопад реки Чуйкахем. Ой, что, пошли, братан? Эфир продолжается. Три точки. Маленький водопад. Учили. Чуйный Хем. Имеем. А? Юра. Я пришли. Куда мы пришли-то? Мама, не горюй. Две недели шли. Да сюда, ставь меня, ладно. Не, вон на это, лучше на это, на скальник на тот.